Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я уже много раз говорил об этом, чтобы на каждое богослужение звучало две проповеди. Тем более мы обладаем несметным сокровищем. Вот что человек ищет, то и находит. Я был в Америке и жил при Синоде. И Кондратюк, там был такой отец Арсений, архимандрит, строил он где-то во Франции монастыри, богатырь. Огромные столбы, только ночью ставил, чтобы никто не видел. И вот мы беседуем. И он отдает мне выпущенный, полный 12-томник Златоуста в Италии на русском языке. Вот по нему тут читал Виктор Николаевич всегда. А в Вашингтоне мне дали, подарили в доме Потапова, проповедник, компьютер. В то время это было редко, 92-й год. Выбирай, что я, две вещи я не могу взять по весу в самолет. Я даже разговаривать не стал. Компьютер я могу найти. А такое творение никогда. На русском языке репринтное издание. Такое, которое издавалось еще при царской власти. И вот мы привыкли, Златоуст, Златоуст. А кто это сказал, что он Златоуст? Женщина обыкновенная. О, ты, златословесный учитель, говори немного попроще. Колодец мыслей твоих так глубок, что веревки моего женского ума не могут достать воду. А кто знал ее? Как ее имя? Никто не знает. А он говорил много вещей понятных. Люди собрались, молятся. Он выходит и говорит проповедь. Я не вижу людей здесь. Это стадо лошадей пришло сюда. Сегодня так скажи, да грубиян, да ты такой, ты слово, ты гнилые говоришь. Стадо лошадей. Вы своими разговорами кучи навоза принесли сюда. Он их громил, на чем свет стоит. И притом он не смотрел, это царица, царь или кто. В вечности все будет определено. О чем мы разговариваем, идя в пути? Я вижу, по деревне иногда идут. Наши люди хорошо одеты. Идут веселые. Ну нормально все, но о чем вы разговариваете? Я взял и поинтересовался. Они о чем? Они ничего не знают, они опустошенные. Господь пристал, когда в Эммаус шел и спросил, о чем вы разговариваете? И они его упрекнули. Ты один из пришедших, не знаешь, что совершилось в Иерусалиме. Какой пророк был. Как Бог его слышал. Мы думали, что теперь избавление Израиля. Но совсем тем уже 3 дня его нету. Его распяли, его убили, его не поняли, его приговорили. Несправедливо приговорили к смерти. А о чем дети разговаривают, идя в школу и школы? Так они маленькие. Если в маленького не заложил, дальше ничего не будет. Учи дитя, пока поперек лавки лежит. Я еще из ваших ребятишек здесь ни разу ни одного не встретил, который сказал бы, что он размышляет о божественном. Ни разу. Из всех родителей только одна мать приходила и говорила, что же делать. Она истинно скорбит об этом. Иисус 12-летний. Где он был? Потеряли родители его, а он с учителями. Я должен быть в доме отца моего. Это не просто тягостное место. Пришли мы, батюшки нет, ну службу покороче, слава Богу, что его нету. У нас в лагере ленивые дети были иногда, но они соглашались пилить, работать, что угодно, лишь бы не идти в храм, если батюшка, а без батюшки тут. Аллюром по дороге на той стороне. Я вот спрашиваю вас, вы сами для себя отвечайте, какая главная книга в Библии? Как главная? Да вся же божественная. Все Писание богодухновенное. Ну правильно. Но тебе сказали взять только одну книгу. Во Франции, как пишет Евгений Берсье, это времена Парижской коммуны, в собрании одном присутствовало около 2000 человек. И он задал вопрос, скажите, вы сегодня как граф Монте-Кристо арестованные, посаженные и никогда ни одного человека не увидите, но с собой можно взять только одну книгу. Я этот вопрос ставил, когда сам был в тюрьме. И ни разу никто не ответил. Один взял бы математику, там летчик сидит. 5 раз прочитал, ты бы стал считать 6-й раз? Нет. А у тебя впереди еще 40-50 лет жизни. Тогда другая обстановка была. Все 100% ответили Библию.
Сколько бы ты ей ни занимался, ты все время будешь понимать, что ты коснулся только верхушки. Это глубина, это простор, это к тебе. Слово Божие написано не вообще. Вот мы считаем роман какой-то, история, интересно, захватывающая, но конкретно ко мне. Иоанн Златоуст говорит, напрасно, если ты не усваиваешь все к себе. Написано, блаженны плачущие, а ты к себе применя. Когда я плакал? Не от обиды, а о том, что не такой. Сколько лет я хожу в эту школу божественную и с места не сбегаюсь. Вы слышали неоднократно, что самое главное для человека? Что? Сегодня только одно. Ходят по улице, называют себя миссионерами, православные. Вы в храм приходите, исповедуйтесь, причаститесь. Это неверующие люди. Как можно уличному говорить о причастии, когда он вообще ничего не знает? Им на улице можно говорить только о том, что ты умер, и умер без поворота навсегда. В Адаме все умирают. Все до единого. Куда-то не пропускает, придешь, часовые стоят, пройти нельзя. А для смерти этого самого старого проповедника пути открыты. В любой дворец она заходит, не спрашиваясь. И никто даже не заметит. И умер царь. И похоронили его. А ведь человечество приобретало опыт служения Богу тысячелетиями. Вот первые у Адама и Евы дети. Кто сказал, что Богу приносить жертву? Нигде этого не написано. Но они решили принести. Один занимается земледелием, хорошее дело, лучше некуда. А другой скотоводством. У кого что есть? Если бы, я так полагаю по себе, если бы Каин знал, что его жертва не будет принята из огурцов, из тыквы, из этой, самых хороших, то он бы выменял у брата. Я тебе давай, вот красное, даю щечевицу. Было такое, даже первородство продал один человек. Никто не знал. Но рисует так, что дым от жертвы, когда сжигал, поднимается вверху, а у Каина, у Авеля вверх, а у Каина расползся по земле. Мы не знаем. Это, чтобы было нам понятно, Гюстав Доре так изобразил. Чего им не хватало? Общения с Богом. У Адама постоянно общение было с Богом. И услышал Господа, ходящего в раю. То есть до этого не боялся, а грех совершил, испугался и спрятался. Где он там спрятался? От Бога спрятаться разве можно? Адам, где ты? Господь бы прямо пошел на него и сказал, Санька, что лежишь? Где? Чтоб ты сознался, я здесь. А не запрещенное ли дерево у тебя было в руках, плоды от него? Да так. Да зачем же ты это сделал, я же сказал. Чего тебе не хватало? Тут уже было предупреждение, оно было нарушено. Здесь уже совесть была сожженная. Здесь уже речь шла о погибели. Все до одного звери сделались смертными. Все микробы, все бациллы сделались смертными. До этого смерти не было. В Адаме умирают. Все умирают. До единого умирают. А во Христе живут, будет сказано, через 5580. 5508 и плюс 33 года. 30 лет еще. Пока явится Христос и умрет. Мы не знаем многого, но кое-что нам Библия ответила. Если человек болеет проказой, он должен закрыть себя до глаз, вот как сегодня эти врачи закрывают себя. Чего они закрывают-то все время? Дышат нормально, у них 100% гарантия, что они заразные. И должен идти и кричать. Заражен, зараза, прокаженный, прокаженный. Все должны уйти с дороги ему. От него. Но это понималось-то буквально. А сегодня человек, который живет без Христа, он должен также прикрыть лицо и кричать, я не верю в Бога, я зараза, не подходите, не спрашивайте. А сегодня умышленно делает так, развращает всех. Разный разврат вводят в школах. Учат, как это делать шестилетних детей. Практически показывают, и все это поставлено. И при том, содомский грех разве так, как даже нельзя придумать. На работу не принимает, если не содомит. А Содом должен быть сожженный. Опыт уже есть. Берегите своих детей. Они на один день только вы отправляете куда-то, вы их уже узнать не можете. Они все делают так же. Язык высовывают и ногу отставляют. Я снова натолкнулся на это. Они не знают. Отведи его в уголок, прошепчи ему. Это твоя беда. Тебе уже оттуда не вылезти. Ты уже совесть свою сжег.
Начинайте работать. А как это? Он не понимает. Рождение свыше просите. Третья, четвертая глава Евангелия от Иоанна. Вот что самое главное. В книге Евангелия от Иоанна. Библию знать надо. Евангелие от Иоанна почти наизусть, если можете. Мы видим, самарянка пришла к колодцу. А почему она пришла? А где другие? Златоуст говорит, они всегда берут раны. Она пришла в полдень, когда никого нету, потому что все ее укоряли. У тебя пять мужей, этот не муж, да когда это кончится? Ты позоришь наш город, наше селение. Ну, женщины умеют упрекать очень сильно. Они говорят быстро, по два слова сразу, и за 10 лет вперед скажут. И вдруг оказалось, что ей открыто. Мы видим, беседует человек. И она знает, что иудеи с самарянами не знаются. Она больше ничего не знает. Вот как сегодня. Некоторые держат своих людей только потому, что к этим ходить нельзя, там ни конья, ни, а мы хорошие. А сами ничего не знают. За столетие один проповедник, если есть, и того зажимает, ему выхода нигде нету. Истина только во Христе. Спасения другого нигде нет. Это надо долбить день и ночь. Говорить, чтобы весь воздух был пропитан Словом Христовым. Господь ищет поклонников в духе истине. Духовно понимать надо. И в истине означает не в образах, а вот как я пальцы сложу, два или три. Когда Библия ни об одном не говорит. И Златоуст говорит, первые христиане молились одним перстом. Вот сейчас бы Златоуст пришел к нам, конечно, сделали бы замечание. Пошел бы молиться он к другим, и там бы сделали замечание. Так молились. Един Бог, и Он царствует. Христос регна. И больше ничего не говорили, умирали на аренах. Иудеи с самарянами не знаются. Все. Дальше этого не шло. А если бы знались? А если бы свидетельствовали, с самарянами не знались. А сколько таких случаев было, как считаем в 15 главе Евангелия от Иоанна? Человека изранили, бросили. Ну, скорую вызвать? Никого нигде нету. Он лежит, умирает на жаре. И в это время мимо идет священник. Даже не притормозил. Поскорее уйти, чтобы самому не попасть. Самое жестокосердное оказалось там, где самое милосердие должно быть. Диакон еще левит остановился. Посмотрел, еще в нем не все убито, еще где-то жизнь так мерцающая. И вдруг самарянин находит, с самарянами не знаются, а теперь можно знать, почему мы повержены лежим. И тут самаряне нам на помощь приходят. Вы знаете эту притчу очень хорошо. И когда Господь спросил, а кто ближний, он не знает кто. Оказавший ему милость. Он не хотел слова самарянин даже произнести, Златоуст говорит. Что же я буду произносить-то? Я не такой, как прочие. Ну, помните, который тоже человек-то зашел? Не как эти грешники. Мы для чего сюда пришли? Чтобы научиться, сидя у ног Христа. Мария избрала благую часть. Вы, когда расходитесь, поставьте себе правило. Я не знаю, когда, в какое время. За стол не садись, Златоуст говорит, пока не прочитаю Слово Божие. Немного на это надо. Совсем немного. 5 минут даже. До размышления 5 минут. И это тебе на день хватит. Но и этого нету. Спим сколько хотим. А уже приходишь попозже чуть, а уже нету. То на работе, то где. Это диванное московское христианство, оно никуда не приводит. Путь ко Христу узкий, тесный, тернистый. Посмотри, когда последний раз тебя поносили, когда тебя кляли, когда угрожали тебе, когда, за Слово Божие, не за плохие дела, только бы не пострадал, то как злодей, вор или убийца. А если как праведник, за Слово Божие, прославь Бога за такую участь. Я всех просил и прошу помолиться, что у меня, я в суд подал на прокурора, Максим звать его, чтобы Бог умягчил его сердце, судей дал хороших. Чтобы все поверили в Бога, во Христа, чтобы евангельская вера православная воссияла и там, в зале. Вот-вот, я спрашивал, может быть, вызов какой-то. Мы не знаем, чем кончится. Первые христиане вообще ничего не знали, чем день кончится. Внезапно арест и смерть. Притом сразу. Потом вышел указ, если ты встретила, она христианка или христианин,
и сказал, я верю во Христа, ты можешь его не хватать, суд не вести, а что у тебя под рукой есть? Палка, сосуд, кринка, бей его и убивай. Убил половину имения тебе, половину государства. Это последние указы Диоклетиана, их 4 было, эдикта. Мы-то живем в какой свободе сегодня, как Бога надо славить. Да, зажимает эту свободу, все, но все еще можно проповедовать. Я вам свидетельствую, мы прошли от Владивостока до Лиссабона. И нигде нас здесь не задерживали. Но нигде не было такого жестокосердия, как здесь. Здесь каждый норовит тебя ухватить, оштрафовать, там этого нету. Там все органы служат для того, органы власти, чтобы тебе было хорошо. Простой пример. Я еду, все стараюсь узнать, как за границей. И нам говорят, в машине ночевать нельзя. Но мы-то в машине ночуем. Надо заранее, подъезжая к городу, позвонить в гостиницу, чтобы тебе номер выделили и проще. Мы этого сделать не можем. Но мы попадаем под этот закон. Вот Австрия. Сидим, ужинаем. Привязана рядом собака. Видно, что мы здесь и ночевать собрались, разложили уже, палатку поставили. Полиция подъезжает. Собака только оттяхнула, они развернулись и даже не подъехали. Притом это абсолютно везде одинаково. Если я нарушил правила, тут оштрафуют сразу. Да, мы нарушили. Сидит за рулем тот, который в темноте плохо видит. И два в кювет не свалились. Звонок. Германия, полиция. Кто такие? А мы и сказать-то не можем толком-то. Сразу допрос начался. Как у нас, и там я сравниваю как. Они даже как стекло выдвигаются у двери. И туда фонариком заглядывали, что не наркотики ли везем. И когда узнали, что мы едем к Валентине с Артисон, дали телефон, они позвонили. К вам едут гости. Я говорю, как выехать? Они дали машину, которая впереди нас едет, сопровождает. С нами давай фотографируются. Это вещь немыслимая здесь. У нас все запрещено. Я при должности, меня нельзя трогать. Они... Веселые радости. Я отсюда написал благодарность их, где там полиция, кто. То есть нам надо учиться, а не возноситься. Учиться у других, которые умеют, как самаряне, на осла возложить раненого, отвезти в гостиницу, в церковь. И дать 2 динария Ветхий Новый Завет, другого толкования нету. Мы даже если из раненого видим, что ему дадим? Иди к нам. А другому, ты еретик, переходи к нам. Вся наша проповедь кончилась. Почему? Потому что там пустота. Я сказал, здесь должно быть 2 проповеди. Не будет, я выйду. Буду говорить. Батюшка, когда здесь, дважды выходит кто-то, и в конце выходит он. Почему, когда батюшки нету? Что вы, разве не верующие? Как это можно отпустить народ? Главное не сказать. Главное, самое главное. Рожденный свыше. Люди не знают, ты рожденный или нет? Ребенок родился, ты как узнала, что он? А он есть просит. Понятно. Крик издает. Правильно. Ребенок говорит, не плачет, мать не разумеет. Так и верующий, рожденный свыше, он питается божественным молоком. 2 груди, Ветхий Новый Завет. Он божественное молоко просит. Просят дети или нет, чтобы посчитали Евангелие? Вы сами просто ответьте себе. Еще раз говорю, мне этот пример говорили у баптистов. Она такая горбатенькая, да и ребенок-то видно больной. По улице я там поиграет, перебежит, мам, давай помолимся. И своими словами мог молиться так, как у нас и священник не может молиться. Заметьте, когда благословляет батюшка, там 10 слов и ничего нету. Не потому, что он не знает, а потому, что непривычно, у нас это не принято. И посмотрите, как молились люди, которые обращались к Богу конкретно, в духе истины. Притом они знали, какой результат может быть. Даже это Бог иногда открывает. Я назвал вас, говорит, друзьями. Я не делаю то, чтобы вам не было известно. Он оповещает нас. Общение с Богом, если потеряно, все остальное не имеет значения. Напрасно истираем пороги. Хоть кто-то сказал бы, зачем топчете дворы дома моего? Мы идем сюда и приходим домой. Вот придите сейчас, немножко, одну страницу запишите. Что ты узнала нового? Вопрос. Я задал, говорит, если ты не можешь сказать другим, да ты напрасно дворы дома топтал. Дворы Дома Божия. Напрасно. Да как? Я молился. Да молитва-то бывает до потолка не доходит. А когда Бог слышит, тогда Он повергает врагов к ногам. Мы знаем, пророк Илья возопил, и такой огонь был, что пожрал и жертву, и воду, и камни, из которых был жертвенник. Это 1000 градусов, очевидно, все испарилось. Нам это сегодня пример. Илья был подобный нам человек, Иаков говорит. И воззвал к Богу. О чем? Этот народ не верит в Бога, как должен. Господи, не давай им дождя.
а вы купаетесь в воде. Мы вчера полдня потратили, все 7 прудов замерили вдоль и поперек, и дал, чтобы знали, о чем речь идет. У вас здесь 15 гектар воды. 15. Мы посчитали, я вам подарю, это напечатанное. И сколько же это воды? Если 1,5 метра считать везде, а кое-где больше, кое-где меньше. Батюшка согласился с этим. Это 227 тысяч тонн кубометров. Это 70 полных составов по 3000, вот идут, когда идут составы где-то. Это столько воды. Мне из Канады написали, как у вас с водой? Мы говорим, вода есть. Все вопросы решайте на месте. Вода есть, значит, жизнь будет. У нас вода, Слово Божие, столько всего есть. Идем на занятия в воскресенье. Любящий Бога, Он любит и слова Его, Он любит Евангелие. У вас вопросов практически нет, приходим на занятия. Кто ведет занятия, считает вопросы? Нету. Я начинаю этот же текст показывать, вам неизвестно, каждое слово неизвестно, что же сидите-то? Начинайте работать. Работать, то есть для души. Благословен Господь, который открыл нам это и даровал святую православную веру. Ему слава во веки веков. Аминь.